Сегодня это видео будет интересно любителям макияжа, декоративной косметики, уходовой косметики. Побывала я в двух магазинах Рив Гош и Подружка. И сейчас я хочу поделиться с вами своими приобретениями. Итак, давайте сначала начнем с магазина Рив Гош. Захотелось мне прикупить из фирмы Ева Мозаик каких-нибудь средств. К этой декоративной марке я отношусь положительно. У нее есть много очень интересных средств, которые по своей маленькой цене, в принципе, очень хорошо работают. Итак, первое, что я купила, это вот такой вот, попробовать, увлажняющий тональный крем Nude Look. Естественный макияж, содержит активные увлажняющие ингредиенты и антиоксиданты. Сияние и комфорт, подходит для всех типов кожи. 20 мл. Вот такой вот. Это у меня оттеночек 01, слоновая кость. Взяла попробовать. Как попробую, обязательно поделюсь своим мнением. Сейчас я покажу, как выглядит сама упаковочка. Вот такая вот упаковка, довольно-таки компактная, удобно с собой брать в косметичке. Итак, что у нас пишет производитель об этой тональной основе? Тональный крем Nude Look создает совершенный тон благодаря способности идеально адаптироваться к поверхности кожи. Тончайшее невесомое покрытие обеспечивает легкое естественное сияние и безупречный макияж на весь день. Воздушная текстура со светоотражающими частицами делает кожу идеально гладкой, скрывает поры и другие несовершенства, придает коже лица здоровый и отдохнувший вид. В состав входит гиалурон натрия, витамин Е, хлопковые льняные масла, экстракт череды, не содержит парабенов. В общем, попробую и обязательно поделюсь своим мнением. Данный тональный крем я купила для уже такого теплого летнего времени года, чтобы тон был легкий, не утяжелял кожу. Так что вот попробую и обязательно скажу. Следующее купила я, называется румяна для лица. Итак, здесь у нас что? Здесь мы видим, румяна поделены на одной стороне бронзер, на другой стороне румяна. Бронзер просто идеальный для светлой кожи. Он именно не рыжий на лице, а создает легкий эффект загара. Можно соединять вместе бронзер и румяна и наносить на скулы, на щечки. Но на данный момент я использую бронзер отдельно и румяна отдельно. Очень хорошо смотрится, продукт мне очень понравился. Так что вот рекомендую. Следующее, что я взяла и тоже уже попробовала, это у нас, наверное, многим известный вот такой вот восстанавливающий, ухаживающий бальзам для губ, Lip Balm, экстракт черешни и софлоровое масло. Вот. Здесь у нас поменялся аппликатор. Написано, что новый аппликатор. Раньше он был такой мягкий, пушистый. Сейчас вот такой обычный. Вот. Аромат, да, и черешня. Слышится по аромату черешня. Попробовала, и что я хочу сказать. Бальзам, он дает увлажнение губам, но ненадолго. И, в принципе, недостаточно он увлажняет. Он больше идет, наверное, как блеск для губ.
Вот. Что мне не понравилось у этого бальзама блеска, это то, что он скатывается спустя какое-то время, как и, допустим, помада начинает скатываться в уголках губ, также и вот этот вот бальзам. Вот, так что приходится постоянно поправлять макияж, вот, и обновлять его при необходимости. Дальше я взяла, еще не пробовала, Power Velvet. Это у нас блеск для губ, бархатный. Читала про него, что он напоминает такую жидкую матовую помаду. У меня в 0,2 оттенке. Тоже попробую. Да, вот написано «Идеальные губы, матовый эффект». Обязательно попробую и тоже поделюсь. Такой красивый оттенок. Также я взяла, это уже соседний стенд возле Ева Мозаик. Обычно можно увидеть фирму Гурмандиз. От фирмы Гурмандиз прекрасные вот такие вот туши. Non-stop volume маскара. Самая моя любимая, это в коричневом оттенке, но также я взяла и в черном. Тушь объем non-stop, тушь просто потрясающая, стоит копейки, но дает эффект, ну, намного круче, чем какая-нибудь любая люксовая. Разделяет реснички хорошо, щеточка очень удобная. Вот такая вот. Именно вот коричневая мне очень нравится. Это у нас для ухода. Это вот такая пенка для умывания. Ева Эстетик. Для нормальной комбинированной кожи решила взять попробовать. Здесь написано, что без парабена, без красителей и без спирта. Активные ингредиенты. Экстракт цветков персика, депантенол и аллантоин. Глубокое деликатное очищение, баланс работы сальных желез. Вот. Попробую вот такую вот пенку и тоже расскажу в пустых баночках. Закончили. И тоже небольшие покупочки из магазина «Подружка». Первая покупка, которая уже мной распробованная, и я ей очень впечатлена. Это вот такая вот палетка от NYX. Называется Love You So Much. Это у них новинка. Такие вот оттенки уже. Очень я ими хорошо пользуюсь. Самый мой любимый оттеночек. Это, сейчас покажу, в нижнем ряду. Такой вот предпоследний, вот такой вот розовый, стрелки мне нравится рисовать вот таким вот черным металлизированным. Хочу сказать о тенях. Тени безупречного качества, они отличаются от любых других палеток NYX тем, что вот вроде как они пудровые должны быть, да? Но они наносятся как будто как кремовые, как жидкие тени. То есть очень красиво. Вот, например, давайте я попробую любой оттеночек взять. Вот, например, вот этот. Они очень шелковистые. Вот, посмотрите, сразу набирается. Вот оттеночек, который мне очень нравится. Они очень мягкие, хорошо тушуются и долго-долго держатся. Они имеют мелкий-мелкий шиммер, такие больше даже как металлизированные. На эту палеточку я планирую снять отдельный обзор и подробнее вам о ней расскажу и покажу. Следующее тоже я еще не попробовала, это тоже у NYX.
новинка. Это у них кушин для губ. Powder Puff. Вот такой вот. У меня в оттеночке 0,7. Очень мне понравился цвет. Вот так вот выглядит на картинке. Не знаю, как будет на действие. Но стало мне очень интересно попробовать. Вот так вот выглядит. По-моему, у Лореаль я видела подобную упаковку, но только у них не кушан, а обычный был аппликатор. Вот такой вот мягенький, пушистый. Тоже сейчас не буду я показывать его, но обязательно в другом видео покажу. И последнее, это уже для нанесения макияжа продукты. Новинка от Essence. Кисть косметическая для тональной основы либо пудры. Такая вот. Кисти от Essence мне очень нравятся. Они не линяют, хороши в использовании. Вот и решила я попробовать. Также я взяла от Deco. Здесь у нас в наборе маленькие вот такие вот спонжики для нанесения жидких текстур для тональной основы. Попробовала я уже один, здесь их два в комплекте. Честно говоря, вот такой вот маленький спонжик намного удобнее в нанесении, чем большой, который тоже я как-то показывала от Deco в каком-то видео. И очень удобный здесь вот заостренный такой уголочек. Им удобно наносить всякие вот плохо достающие места. Это вот возле носика, под глазками средство тональное. Так что мне понравилось. Интересно, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем пока!